Сегодня готовим очень вкусное и очень простое в приготовлении шоколадное мороженое. Оно готовится без мороженницы, очень просто и быстро. Его не нужно перемешивать в процессе замораживания. Для приготовления нам потребуется всего 3 ингредиента. Жирные сливки, сахар и темный шоколад. Сливки для взбивания можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, из молока и масла. Как это сделать, смотрите в моем видео по ссылке в описании. В 100 граммов жирных сливок добавляем 70 граммов сахара и ставим на плиту. Периодически помешивая, нагреваем до полного растворения кристалликов сахара и снимаем с плиты. В горячие сливки с сахаром добавляем 100 граммов темного шоколада и даем постоять секунд 20-30, чтобы шоколад начал таять. Затем хорошенько перемешиваем до получения однородной, гладкой и глянцевой массы. Если вы используете шоколад в плитке, то его нужно предварительно поломать на небольшие кусочки. Теперь достаем из холодильника 300 граммов холодных жирных сливок, предназначенных для взбивания, жирностью 33% и более. Взбиваем сливки до мягких пиков. Как правильно взбивать сливки, смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. Теперь в несколько заходов добавляем взбитые сливки к шоколадной массе и перемешиваем силиконовой лопаткой вручную до однородности. Получившуюся массу переливаем в контейнер и отправляем в морозильную камеру на несколько часов до полного замораживания. Время замораживания зависит от температуры вашей морозилки и от того, какое мороженое вы хотите получить – мягкое или плотное. Перед употреблением заранее достаем контейнер с мороженым из морозилки и даем ему немного смягчиться, чтобы можно было сформировать из него шарики при помощи ложки для мороженого. Можно подать мороженое в вафельном рожке и украсить разноцветной посыпкой. Получается очень аппетитно. Мороженое получается с насыщенным шоколадным вкусом. Оно во много раз вкуснее шоколадного мороженого, купленного в магазине. Также смотрите и другие мои рецепты мороженого. Ссылку на плейлист я оставлю в описании. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео!